Фейсбилдеры, здравствуйте! С вами я, Евгения Баглык. И сегодня хочу поговорить с вами про одну интересную вещь. Значит, начнем с того, что, во-первых, мы в GBF School всегда за комплексный подход. То есть, если вы вместе с упражнениями еще делаете массажные техники, еще клеите тейпы на определенные зоны лица, то вы получите вдвое или втрое лучший результат. Для себя я, например, использую очень часто дополнительно к упражнениям тейп. Что же может тейп? Тейп на самом деле это достаточно универсальный инструмент красоты. Во-первых, он может снять напряжение с мимических мышц и помочь вам разгладить мимические морщины. Также с помощью тейпа вы можете отучиться от вредной мимической привычки. А еще тейп может дать вам локальный лифтинг-эффект и очень быстро, где-то за 30 минут, очень эффективно снять отечность с лица или с какой-то определенной зоны лица, с глаз, например, или с нижней трети. Мои любимые аппликации, которые я использую для себя регулярно, во-первых, это для лба, потому что я грешу привычкой поднимать брови, особенно когда я на эмоциях что-то рассказываю. Вторая моя любимая аппликация – это для носогубной зоны, потому что носогубка – это максимально спазмирующая зона у всех людей. А еще, если у вас есть генетическая склонность к носогубке, тем более. Поэтому я ее очень люблю. И третье – это я люблю аппликации на марионетке, потому что иногда грешу привычкой поджимать углы рта. Давайте я сегодня вместе с вами наклею как раз эти аппликации, которые помогут мне снять напряжение зоны уголков рта и контролировать эту зону, пока я там работаю или делаю что-то. Итак, вот у меня тейп, я уже отрезала заготовки. Помните, что вы всегда вырезаете только в длину, никогда не отрезаете поперек тейпа. Итак, у меня уже есть заготовки, это две полосочки где-то по сантиметру шириной, и отмеряете вы их от уголка рта до низа челюсти. Закругляете уголки, напомню, что я вырезала их в длину, и теперь как я клею. Сначала мы отрываем только одну верхушку, оторвали. Теперь это у нас будет якорь, и мы его наклеиваем очень хорошо, нужно здесь зафиксировать возле уголка рта. Вот, он очень хорошо зафиксирован. И теперь я аккуратно поддеваю бумагу и легко, без натяжения, веду и распрямляю тейп. Раз, и все. И вторая сторона еще раз. Отрываем. Хорошо прижимаем возле уголка рта. И теперь заканчиваем. Не забывайте, что эти аппликации вы клеите без натяжения, потому что если вы потянете вниз, у вас наоборот уголок опустится еще больше. Вот и с такими аппликациями я могу находиться несколько часов. Это гарантия того, что я не буду зажимать уголки рта, пока я напряженно работаю за компьютером. И еще тейп будет работать на глубокое расслабление этих мышц и будет мне выравнивать эту зону. Попробуйте и вы, если у вас есть такая проблема или, по крайней мере, намек на нее. А если вы хотите изучить больше различных аппликаций и моделирующих, и корректирующих, и лимфодренажных, вы всегда можете прийти на наш практикум по тейпированию лица, который проходит онлайн, и его можно пройти из любой точки мира. Все, до новых встреч, не забудьте поставить лайк и поделиться с вашими друзьями.